дяденька, дедушка очень старый, почем-то, не почем, я просто, ну, суперэнергичный. Подхожу к подъезду, и стоит дедушка, пытается найти ключи. Я говорю, извините, вам помочь подержать ваш этот, ну, пакетик? Он говорит, нет, типа, он молчит. Проходит 15 секунд, он смотрит, он очень такой в возрасте. Проходит буквально несколько, там, 15 секунд, он на меня глазами такими смотрит, как будто у него, не знаю, у него очень что-то странное с глазами было. Он видел, но при этом они очень такие размытые, что ли, были. Я не могу описать, я таких глаз не видел никогда. И он вот так мне в лицо смотрит и говорит, самое главное, что есть у человека, это время. Со временем мы стареем и теряем нашу энергию. И он что-то еще добавил. И просто открывает дверь и заходит. Я вообще охуел.